Сегодня 28 июля, в день рождения князя Владимира Красносолнышко, того самого из былин и мультиков. Мы продолжаем путешествие по виртуальному Алтаю, его сайтам, блогам и пабликам. Ведь это «Иные новости». С сегодняшнего дня в Ленинском районе Барнаула начинается районный конкурс стихотворцев. Он посвящен Дню города. Интересны требования к участникам. Это могут быть либо пенсионеры, проживающие на территории района, либо жители микрорайонов, охваченных системой территориального самоуправления. О требованиях к качеству стихов не сообщается. Главный полицейский Барнаула на онлайн-конференции с читателями Амителла призвал сообщать о случаях, когда собак выгуливают без поводков и намордников по телефону 02, ибо такой выгул есть нарушение статьи соответствующего закона Алтайского края. И стоит это нарушение для граждан от 500 до 1500 рублей, для юридических лиц от 3 до 10 тысяч рублей. На YouTube видео вчерашнего ливня. Хорошо было наблюдать его из городской квартиры. А вот на забитой машинами трассе М-52 было жутковато. Продолжим наше виртуальное путешествие уже завтра. Всем привет!